честь в России в светлый день победы, советских пламенеющих знамен. По улицам стеной идут в шеренгах полки незабываемых имен. Плечом к плечу с портретами героев, в колонне давних лет сороковых, в полку бессмертным рядом с мобитями, их подвиги пример для всех живых. Вышли к победе трудною дорогой, пусть ноет сердце от военных ран, но живы те, кто узниками были, и жив еще последний ветеран. И плечи по-военному расправив, мы заново надели кителя, пройдя в шеренге и под звон медалей, нам золото сердец своих даря. Это немеркнущая слава русского солдата, мужество, героизма защитников Отечества. В самом его названии заложено благородное призвание и обязанность защищать Родину и свой народ. Солдат Отечества, воин России, во все времена отношение к нему и его родной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. Предлагаю поднять общий тост за великий праздник России, за День защитника Отечества! Ура! Ура! Прошу всех встать, господа! За День защитника Отечества! Троекратное! Ура! 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 С праздником! В зал Короленко и Елену Владимировну. Можно ее попросить
уважаемые гости, Елена Владимировна, давайте мы подарим этому человеку наши продолжительные аплодисменты, потому что именно благодаря ей накрыты прекрасные столы и организован праздник в вашу честь, дорогая Елена Владимировна, мы вам очень и очень признательны. И говорим спасибо все вместе. 3-4! Спасибо! Еще раз! Спасибо! Погромче! Спасибо! Елена Владимировна, спасибо еще раз. Ну а мы продолжаем. И я хочу вам, друзья, напомнить, что одной из традиций наших праздников всегда являлся открытый свободный микрофон. Конечно, сегодня будут звучать песни для вас. Безусловно, вы можете не только выпить, но поговорить и спеть, и рассказать стихи. Если у вас есть какие-то заявки, желания, подходите, и все сегодня только для вас. А сейчас для вас прозвучит песня. Опять же, мы поздравляем вас с праздником, с Днем защитника Отечества. Молчайте. Уважаемые ветераны, третий тост за тех, кого с нами нет. Женщины могут не вставать, мужики, встаньте за бойцов.
действительно... Громче! Действительно, всех нас здесь объединяет одно стремление. Стремление делать наше здоровье лучше, независимо от возраста. Молодежь у нас хорошая, растет, поддержит наши традиции. А дружба всегда была между нашим народом. Вот мы говорили сегодня, что, например, там наш главный комбинат одевал нашу армию. Очень много отделка у нас вышло. Как он их одел? Потому что вот братья наши, Средней Азии, узбеки, крупняне, поставляют нам хлопок. Не было хлопка, не было поддержки. Ковали победу всегда общую. И сейчас то же самое. Мы поддерживаем наших бойцов там, все, независимо от возраста. Дети и ветераны пишут письма, подписывают открытки, желают здоровья, вернуться живыми домой. То есть всех нас объединяет одно. Именно то, чтобы процветала наша родная страна. Уже здесь говорили, что много средств собрали все ветеранские организации. Я уже недавно не стал говорить, но ветеранские организации гражданинации города, государственного вечера, тоже закупали средства пару кто-то на 2 миллиона рублей. Это все пойдет на нашу победу. Поэтому давайте, как мы уже говорили, что жить дружно и быть всегда вместе, выполнять такую задачу. Кому победили, жили долго, мы, наши дети, наши родители. Спасибо. Кто-то хочет присоединиться к Михаилу Ивановичу, сказать что-то? Нет пока желающих? Покушать. Тогда очень для вас песня. Какое слово в сердце паса, в архиве тела в несколько листов. Но знаете, мне кажется напрасно, нас списывают рано со счетов. Пусть тяжела минувших дней поклажа, и все сложнее приходится порой. Но если только Родина прикажет, мы снова встанем в наш солдатский строй. Незабытый, недобрый с небера, пусть виски помелили года. Не уходят в запас офицеры, ни вчера, ни сейчас, никогда. Не уходят в запас офицеры, ни вчера, ни сейчас, никогда. Смотрю на лица тех, все лица стали знакомыми, добрыми, родными. Всех называем по имени, отчеству. Сколько раз мы встречались и в Кинешне, и в Шуе, и в Иванове, на Северном аэродроме. И эти встречи, ну, стали традицией, хорошей, доброй традицией Ивановского благотворительного областного фонда «Забота». Ну, в лице, прежде всего, Лопатина Николая Игоревича. Очень жаль, что нет с нами его супруги, которая ушла в небеса. Но я думаю, что она видит и знает, что эти традиции живы, и они продолжаются. И я обращаюсь сейчас ко всем присутствующим. Какие же города сегодня у нас здесь присутствуют? Иваново, помашите ручкой. Иваново, спасибо. Алексей Кинешма, молодцы. А что-то никаких звуков, никаких эмоций. Ну-ка, Вичуга, иди, Вичуга. Вот они, молодцы. Так, кого я не назвала еще, кто еще здесь? Лук, Ранники, я назвала Ранники, совершенно верно. Шуяне, Шуяне, конечно. Кто нас здесь принимает? И говорим огромное спасибо хозяевам этого города за такой прием, за замечательный, прекрасный дом культуры, прекрасная программа. И, в общем-то, создалось у всех отличное, хорошее настроение. Ну вот, а я передаю сейчас микрофон первому нашему гостю. Так, уважаемый гость. Присутствующие. Я являюсь председателем Совета ветеранов ОВД России по Ивановской области. Фамилия моя Скляров Николай Федорович. Ну, от себя лично и от нашего Совета ветеранов, естественно, я в первую очередь сегодня хочу поздравить наших товарищей, которые находятся, воюют в специальной военной операции, а также в Сирии и других точках нашей планеты, где отстаивают они интересы, будем так, нашего государства. Хочу поздравить тех мужчин и женщин, кто
Служил срочную военную службу, а дальше продолжим работать на гражданке. Хочу поздравить наших, моих коллег, которые после прохождения службы продолжили служить в войсках правопорядка, в органах внутренних дел и других силовых структурах. Я хочу вам сказать, что у нас вот на учете в нашей ветеранской организации на сегодняшний день стоит 59 семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня сотрудники органов внутренних дел также продолжают эту работу. Сейчас у нас проходит комплектация людей, которые будут нести службу в новых регионах Российской Федерации, наводить там порядок, организовывать охрану общественного порядка, а также обеспечение принятия в гражданство и прочее, прочее, прочее. Вот за этих товарищей я их тоже хочу поздравить. Это люди, которые практически тоже защищают наше Отечество. Внутри, занимаясь, так будем говорить, помощью наших новых регионов. Всех вас, уважаемые гости, с праздником, с Днем Советской Армии и Днем Защитников Отечества. Спасибо вам за внимание. Вот что для нас военных и для вас означает слово «Россия»? Россия – это и суворовская «сам погибай, а товарищу прощай». Россия – это и народная «не рой яму другому, сам себе попадешь». Это и христианская «не желай ближнему того, что не пожелал бы себе». Это и кавказская «уважай старших». Так вот, все, кто живут в России, могут считать себя русскими. Вот тогда, когда наши бойцы из подразделения «Ахмат» ходили в подвалы, где сидели пленные гражданские, и говорили «Ахмат Акбар», раздавался в ответ голос: «Слава Богу, русские пришли». Потому что русский – это больше, чем нация, это больше, чем религия и больше, чем генетика. Потому что быть русским – это нужно любить свою родину, нужно уважать старших, нужно относиться к памяти тех, кто ушел. Вот же такая русская. Если ты это поддерживаешь все, то ты можешь считать себя русским, независимо от того, какой ты национальности и какая у тебя религия. Поэтому я предлагаю тост за Россию, за русских. Прекрасный тост. За Россию, за русских. Прекрасный тост. Скажи, пойдем.
друзья, есть два золотых голоса у нас в Вичуке. Геннадий Меледин, к сожалению, он сегодня не смог приехать, и Алексей Стратилатов. Поэтому я сейчас предоставляю слово. Это не то, вот сюда. Алеша Новик. Всем приятного аппетита. И вот снова мне вот была честь отметить одного из тоже волонтеров замечательного благотворительного фонда «Забота», который позволил нам сегодня здесь всем собраться, обменяться мнениями, пожелать друг другу здоровья и всего самого наилучшего, вспомнить, кого с нами нет. И хочется сказать, с песней всегда по жизни идти легко. Что утром люди просыпаются с песней, что днем, что ложатся с песней. Также и сейчас в бой ребята тоже идут с песней. Спасибо вам, Алексей, за то настроение, ту песню, которую вы нам даете. И с этим хочется действительно идти в бой. И от общественной организации «Офицеры России» выражаем вам благодарность за помощь и проведение мероприятий, которые организует фонд «Забота». Они направлены на передачу исторической памяти подрастающего поколения, воспитание патриотизма и преданности Родины, заботу о ветеранах, инвалидах и членах их семей. Спасибо вам огромное. Ваш голос, как и в годы Великой Отечественной войны, дает всем радость в жизни. Благодарим. Поздравляем! Дорогие друзья, здесь, в этом зале, присутствует Стратилатов Алексей, я, пожалуй, я не знаю, как сказать, но самый, наверное, родной человек, тот человек, который дал путь ему жизни. Я хочу представить вам директора детского дома города Кинешма. Земляк его. Земляк, да, совершенно верно. Земляк Стратилатова Алексея, Скворцов Владимир Яковлевич, вечный спутник всех наших мероприятий. И он не может, просто не может. У него льются слова из гортани в адрес Стратилатова Алексея. Давайте. Уважаемые друзья, товарищи, коллеги и ветераны, очень приятно вот, присутствовать на мероприятии, вот, когда вот, молодое поколение вместе с нами. Алексея я знаю с 95-го года, когда он пришел в Кинешемское педагогическое училище, нынче педагогический колледж, на музыкальной линии, учиться играть на баяне, и стать учителем музыки. И вот представляете, ну Вичуга, вообще, я сам с Вичуги, я сам закончил музыкальную школу Вичуги. Кто знает историю города Вичуги, Иван Михайлович Смыслов, заслуженный деятель искусств, который писал песни «Глаз царя записная». Сейчас музыкальная школа называется имени Бориса Александровича Перевезенцева. Я у него учился сам лично, Бориса Александровича. И Вичуга вообще, они нам такая аура, где рождаются таланты, настоящие таланты. Музыканты, я имею в виду, музыканты. Вот в числе этих музыкантов еще вот, появился у вас Алексей. Поэтому я очень горд, что был причастен к тому, чтобы он рос, 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 вырос. У нас был в педагогическом колледже был ансамбль «Озорные ребята», ансамбль гармонистов, где он играл первую скрипку на гармонии и на баяне всегда в этих стенах. Мы занимали лучшие места во всех областных мероприятиях, студенческих весен и все остальное. И вот сегодня еще раз хочется сказать, молодец, держи так, держи, держи. Самое главное, нужно относиться, как государство говорит, относиться к детям и к старикам. Вот ты относишься к ветеранам душой, сердцем и чисто по как сын, как внук и все остальное. Тем... А ты второй или наоборот? Леша, чего? По очереди у нас Николай Юрьевич еще присоединится. Махайте, Петя. Okay.
землей и травой, но суровая доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одни, мы в сердцах храним. Смотри на моих отцов, каждый помнит их всех в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Был свой герой, и глаза молодых солдат, с фотографий пожилых лицах. Это взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Ай да молодцы! В России есть, была и будет всегда. И русские никогда на колени встают. Правда? Хочется еще одна сказать, надо слово, Николай Григорьевич, сегодня вот. Если учиться будут как следует, так Владимир Ильич завещал. Научим. А вот еще, ребята, уважаемые, можете присесть, пожалуйста. Вот сегодня мы были у памятника, где возлагали цветы, и были ребята, взвод воспитанников. Мальчишки, которые сейчас воспитываются в Шуйской ракетной бригаде. Кто-нибудь помнит, кто спас этих мальчишек, когда закрывалась Енишемская бригада? Николай Игоревич, первый, один из первых, один и больше никто не ступился за них, когда Сердюков закрывал бригаду и закрывал взвод воспитанников. Это только Николай Игоревич, что они, ребята, сейчас есть. Мы с ним разговариваем. Вместе с Слоновым, Василием Семеновичем, не только я. И мы сегодня вот с мальчишками стояли, кругом стояли, разговаривали с первыми кенишемцами. Они, да, кстати, 50% кенишемские, кстати, ребята сейчас воспитываются. И они рассказали, что уже один пришел лейтенант, вернулся обратно, один закончил Оренбургское, ушел в училище. То есть мальчишки, дети, сироты пошли по нормальному, хорошему пути. Благодаря тому, что однажды в 90-х годах Николай Игоревич сохранил, спас вот это направление, которое взял Назаров Андрей Владимирович. Ребят, без отца, без матери, которая взяла себе бригаду, как во время войны, сыны полков были. Вот то же самое было. Это до сих пор очень приятно, что это живет, есть. И ребята сегодня очень рассказывали про это, что они живут этим. Тем более там Дима Кудрявцев, у них командир, старшина, он тоже наш кенишемский, который с самого начала, да, вот, ведет эти ребят. Очень здорово это, вот здорово, что. Вот это называется социальная ответственность, не только государство, а социальность. Вот действительно Николая Игоревича, как человека небеспокойного, вот душой и сердцем, который переживает за судьбы всей страны, в масштабах, может, маленького нашего города Вишуги, Кинишмы и вообще маленькой Ивановской области. Дай Бог ему здоровья, давайте пожелаем ему огромного здоровья. Самое главное. Ну, я кому микрофон передаю. Дорогие друзья, здесь, конечно, спасибо за теплые слова. Но, конечно, со мной вместе был мой друг Лановой Василий Семенович. Мы с ним сколько вместе было, сколько рюмок вместе выпивали. Вместе
Везде были. И на театре в Ахтанг, и дома приезжал. На наши мероприятия в Ивановской области. И я хочу сказать, что Василий Семенович, вечная ему память за его теплые дела и то, что сейчас они сохранены. И в этом году взвод воспитанников будет 25 лет. Маргарите, у меня претензии и пожелания. Как на вас, ну это самая форма сидит. Я же дитё войны, я помню, как девчонки носили, там, девчонки, тетки, я там был мелочь пузатая, понимаете? Как на них форма смотрелась, как фигура из них. А сегодня вот выступал этот самый детский ансамбль. Бедненькие, они гимнастерку так или на них. Девчонки что? Маргарита, я вас умоляю взять шефство над этим самым, чтобы они там следует носили. Шейка тоненькая, вы на воротничок болтается что-то, понимаете? Я вам кланяюсь. Спасибо на добрые слова. Спасибо. Вот. И я просто попрошу. Один на колени попрошу, последить за детки этих сам, чтобы они носили, чтобы они чувствовали правильно эти нашу. На вас только любоваться и завидоваться. Благодарю. И это вот душа пьяна. Такая песня у народа, ее поет весь белый свет. В ней есть душа, любовь, свобода,
все без чего и в жизни нет. Отдаю микрофон Любовнику. Так, дорогие друзья, сегодня мы решили немножко внести маленькую изюминку в наш общий такой торжественный обед и решили провести небольшую такую игру на военную тематику. Называется она «Угадай мелодию». Владимир Яковлевич заигрывает мелодию. И у нас три команды. Раз, два, три. Какая команда первая подкладывает и громче, активнее поет, та и побеждает. Вы готовы? Я не слышу. Вы готовы? А вы готовы? Итак, мы слушаем первую мелодию. Какая же команда первая подхватит эту мелодию? Thank you.